Привет, мой любимый зритель. Кто зашел на канал? Еда со смехом. Я Серега Склеп. Вас я благословил еду. Вон ты у меня сошел, едешь, шаг не мотажи. Чем же? Мама, на как. Офигеть вообще. Рис такой. Плова. Мама готовила. Курочка, окорочка, да. Где-то, короче, эта курочка бегала. Да. А рис такой отварной. Вообще действительно вообще. Да. Кстати, я... Печенье еще налей. Кстати, я сколько-то лет не могу кушать спокойно. У меня какая-то фигня. Не знаю, может дурдом лишь. Что вот это умираешь? Забудьте писать, да. Собака. Бедная голодная собака. Блин, не кормит. И тыцы насчет меня. Колеса байкера. Защита животных будет на меня. Не трогай. Кстати, кто хочет прокомментировать свой канал? 300 рублей. Хочу заказать поздравления. 300 рублей. Что хочу? Попляю мама. 700 рублей. Зайкой тоже. Да. Нервы у меня расшатаны. Да. Пытаюсь сдерживаться. Ну, уже не так, да еще что было. Но. А успокоим. Потом. Познакомился. Через YouTube. То есть куда это? Приглашение кинул. С украинкой. Она типа роман пошел. И круто. Сам вступил. И вот. Типа. Начал глобально переживать только для себя. И капец. Забил свое подсознание ею. И 2 года мучился. Вообще капец.
просто сгорал. Кстати, будьте осторожны, сгореть может. Это, уйти в себя вообще. Это страшно. У меня нашел, да, силу мышцы. Ну там познакомиться с Эльзой. Ну присылала, да, что у меня девушка там была. Но не присылала с характером. Ну там, короче, 3 месяца. И все. Сейчас у меня есть ребенок, но у меня нет отношения. Это вообще гон какой-то. Просто ответная сюда. Будьте, люди, осторожно смыслены. Думайте, пытайтесь позитивно. Хорошо, что Вселенная сразу не воспринимает весь негатив. Это было капец. Просто помнишь. Да. Там. Я чуть не спился, капец, представляете? Я по 5, по 7 бутылок. Ну, мне донатили там, дип, купи там, типа. Сейчас я буду это, как блядь, типа, больше давайте я после бухать. Не, ну, если хотят, чтобы бухал, то пускай больше дают. Ну, я сейчас не буду бухать, просто я сейчас на работу. Хочу на работу с Будуна идти, или пьяный, или еще какой-нибудь. Вот выходные дни. И цена будет то по баля, нахуй. Так я не хочу. Просто не хочу спаться. Он кроме Саши. А, может быть, да. То есть ты найдешь свой багаж, чтобы не спить. Не знаю, потом. А он кроме Саша, что я лишь актиматажа, что на тебе надо. Мама готовила. Кстати, вам что еще сказать? Ну да. Я хочу сильно поднять свое подсознание. Чтоб не оно мной кругало, а я им. Да, много часа. Очень много. На. Я, кстати, короче, кстати, говорю, что с мусорщиком я в одну смену. Но где-нибудь, да.
какие-нибудь ролики с ним заснимем. Там, как вам, смотрели, да, тут? Пекине, вам понравилось? Вы хотите, чтобы мы еще с мусорщиком посадили? Вы мне заколебали дурные мысли. Это что такое? Если она, блядь, так голова разболелась на работе. Это капец. Сильно вообще. Извиняюсь. Газа. Ну, американцы пердят, я тоже пердят. Да, на работу устроился. Этот животик от Мукбанка. Косметический. Надеюсь, все будет нормально. Много что надо купить. Зверюшками себе. Да и малой там тоже. Что не повторить. Да. По идее, вообще ни о чем не жалею, но я в каком-то коматозе нахожусь. Пытаюсь вырваться. Сейчас его выведу. Он на улицу входит. Он постоянно хочет на улицу. Бейс отсюда. Да, много животных имеет, это капец. А что их? Тут такое сюда? Ну вот это ладно, выкидываем. Он тут родился. Он хочет своровать что-то. Не, мы больше животных не берем. Это капец. Брейс! Нет. Кто-то говорит, о, животное. Нормально это когда 1-2. Когда где хера, это капец. Вот такая нервная трёпка. Но когда недвухватный какой-нибудь фокстерьер, это вообще капец просто. Ну не выкинешь же его. Дёсу. Брейс нахуй! Сейчас его выведу. Ладненько, давайте пока, подписывайтесь. С вами был Серега Склеп. Всем пока, сейчас этот...